Или господин, как правильно говорить? Я не могу сдавать. Говорят на видео. Да, давайте, мы на прием пришли. Сейчас мы еще местные жители. Дочь. На прием пришли. Я, по-моему, все уже разъяснил вам, все. Нет, ничего вы не разъяснили. Я на рабочее место пришел. Я пришла, Сергей, Константин Иванович, мы же с вами разговаривали. Разговаривали, что? Так возможно себя вести? Ну, закрыт администрация. Сегодня приемный день. Администрация не приемный день. Прием. Как это? Сегодня прием. Не могу сказать. А это уволенный сотрудник вообще. Расписание вон висит. Вот объявление висит. Как-то не приемный. Так давайте пусть принимают. Обеспечить, исполняющий обязанности главы, в рабочее место. Отсвечивай, Герман Валерьевич, пониже. Вы же знаете, что пониже будет голову. Скоро избран глава. Я попрошу, товарищ, не снимайте, пожалуйста. Вы не можете справиться.